подмосковном христианском центре «Дон Боско» прошла пасторско-лидерская конференция Ассоциации «Харизма», на которой побывали наши корреспонденты. В подмосковном христианском центре «Дон Боско» прошла пасторско-лидерская конференция Ассоциации «Харизма», которую возглавляет епископ Павел Савельев. Конференция, проходившая в течение 2 дней, собрала около 100 служителей со всей России. То, что мы собрались вместе, разные церкви с множества городов России, это, конечно, ценность большая. Ценность быть вместе призывать имя Господне и учиться от Него. Сейчас рассматриваются такие темы, как мы можем совместно работать вместе, как мы можем совместно что-то делать и на основе чего. И эта тема не просто совместного взаимодействия как организации, а тема совместного взаимодействия как семьи. На этих семинарах, на этой пасторской лидерской конференции собралось очень много пасторов с разных регионов нашей страны. Это замечательное время для общения, для того, чтобы быть в единстве, чтобы делиться совместным опытом и учиться, как правильно доносить Евангелие для погибающих людей. В ходе конференции обсуждались насущные вопросы служения поместных церквей. Было глубокое теологическое учение для пасторов и лидеров. А также служители из разных регионов России имели много времени для общения и совместной молитвы. Сейчас вот мы собрались для того, чтобы пасторам было более понятно, что такое семья церквей, как работать совместно, каким образом мы можем помогать друг другу. На самом деле, то, что мне больше всего нравится, наши собрания, они очень полезны для нынешнего состояния церкви, потому что те вопросы, которые здесь звучат, они очень актуальны и обсуждаются по всему миру, и мне нравится, что церковь не боится поднимать те же вопросы, и мы находим некоторые ответы в свете евангельского учения, Писания, того, что говорил Иисус Христос. Эти семинары, которые мы слышим, они расширяют наш кругозор, они добавляют что-то в наш теологический взгляд на существующие вещи. И, конечно же, очень хорошая тема о том, что надо изменять свои методы, свои способы евангелизации, чтобы эффективнее Царствие Божие расширялось и умножалось в наше время на нашей земле. Сергей Киреев, Павел Шишкин, медиагруппа «Живая вера», специально для телеслужбы «Благих новостей».